На зиму моя шубка хранится в холодильнике. Когда мне ее возвращают, она вот с такой бирочкой. На ней написано, чья это шубка, потому что у Татьяны много всяких шубок хранится. Вот такая вот красота. Еще я сдавала на хранение даже вот эту вот мою шапку-ушанку. Тоже в холодильнике хранилась. Вообще, посмотрите, какая здесь красота. Какой здесь роскошный, вообще изобильный выбор. Пришла в любимое место, а тут изобильная девушка дарит мне. Смотрите, какого дракона на пути. Вот, с норкой, да, что это? Щипанная норка, пушнина, бронзовая лайка и кожа питона. Вау, красота.